السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين के बाद जलसों के बारे में Обычно после завершения джальсы саланы я рассказываю о том, как она прошла, или произношу проповедь на тему милости Всевышнего Аллаха и благодарности Ему. По милости Всевышнего Аллаха, за прошедшие две недели состоялись две джальсы салана, ежегодные собрания ахмадийских общин США и Канады. И благодаря участию в этих собраниях, мне, говорит Хузур, удалось пообщаться непосредственно с членами общин этих стран и узнать о многих их делах и проблемах, а также нравственном и духовном состоянии общины. Это облегчило для меня дело наставления общины, и даже я сам, говорит Хузур, получаю наставление. Таким образом, мой визит в США и в Канаду стал полезен для меня, и я надеюсь и молюсь о том, чтобы члены общины тоже получили пользу от моего визита. Помимо этого, благодаря своим визитам, я получаю возможность познакомить людей, которые не являются мусульманами и известными в стране лицами, с общиной. По милости Всевышнего Аллаха, я, говорит Хузур, получил возможность сделать это в этих двух странах, и работа в этом направлении ведется там хорошо. И обе общины смогли расширить свои связи и контакты. Короче говоря, сегодня в первую очередь я хочу рассказать вам о благодарности, как я делаю обычно после джальсы саланы. И
И все мы, вы и я, должны благодарить Всевышнего Аллаха наилучшим образом за то, что Он дал нам возможность провести эти ежегодные собрания и принять в них участие. И Всевышний Аллах вложил в них свое благословение, и сопровождаемые благословениями и благодатями они прошли и завершились. Альхамдулилля. Хвала Аллаху за это. Как я уже рассказывал, на джальсе в США и Канаде основная цель участия в джальсе заключается в том, чтобы произвести в себе чистые изменения. Эти благословения и благодать мы можем обрести посредством джальсы тогда, когда в нас действительно происходят эти чистые изменения. И пусть эти произошедшие в нас изменения не будут временными. Приложите усилия, чтобы они стали частью вашей жизни. Я часто напоминаю о необходимости благодарить Всевышнего Аллаха. И сказанным выше я начинаю раскрывать тему благодарности Всевышнему Аллаху. Когда для верующего человека становится ясным, насколько важно благодарить Всевышнего Аллаха, и он начинает это делать, он становится наследником больших милостей Всевышнего Аллаха. И на него начинает нисходить милость за милостью. Всевышний Аллах, являющийся правдивым в своих обещаниях, обещает своим благодарным слугам и объявляет в священном Коране: «Если будете вы благодарить, то непременно я приумножу вам». Сура Ибрахим, аят 8. Поэтому Всевышний Аллах приумножает свои благодати и милости для тех людей, которые благодарят Его. А может ли что-то быть большей наградой и милостью для мусульманина Ахмади, чем то, что Всевышний Аллах дал ему возможность принять имама времени, который наставил его на совершение добрых дел и произвел в нем чистые изменения? Поэтому каждый мусульманин Ахмади должен понимать то, насколько важна и значима благодарность Всевышнему Аллаху, чтобы он стал получателем наград Всевышнего Аллаха и не оказался в числе тех людей, которые не благодарят Всевышнего Аллаха и вызвали его недовольство. То, что вы приехали в эти страны, то есть США и Канаду, тоже является большой милостью Всевышнего Аллаха к вам. И для некоторых из вас эта милость Аллаха очень велика. И благодаря ей материальное положение многих людей улучшилось. И как я уже сказал, говорит Хузур в своем выступлении на джальсе, то, что Всевышний Аллах сделал так, что многие из вас приехали сюда, и в результате этого ваше материальное положение улучшилось, тоже является благословением Ахмадиата. В глазах Всевышнего Аллаха падшими и неблагодарными являются те люди, которые благодаря принадлежности к Ахмадиату приехали сюда в Канаду и получили вид на жительство, но отошли от общины и выдвигают против нее обвинения. Общину это нисколько не беспокоит, поскольку, как гласит народная мудрость, меньше мусора, чище жизнь. Полностью соответствует этим людям. И то, что Всевышний Аллах очищает общину от таких людей, тоже является его милостью к общине.
Но при этом каждый мусульманин Ахмади должен помнить, что его благодарность будет принята только тогда, когда он на самом деле будет помнить слова Всевышнего Аллаха о цели сотворения человека и необходимости обретения его благоволения. Пусть каждый мусульманин Ахмади, помня о цели сотворения человека, произведет в себе чистые изменения и старается следовать тому великому примеру, который явил нам наш господин Хазрат Мухаммад, посланник Всевышнего Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. В повествовании говорится, что ночью перед сном он вспоминал милости Всевышнего Аллаха, оказанные ему в течение прошедшего дня, и благодарил Всевышнего Аллаха за оказанные ему милости следующими словами. «Вся хвала принадлежит Всевышнему Аллаху, который оказал мне свою милость и благосклонность и даровал мне многое». Короче говоря, все слова хвалы и восхваления принадлежат только Всевышнему Аллаху. И затем он совершал такие продолжительные поклонения Всевышнему Аллаху, что его ноги распухали. А когда его спрашивали, почему он так утруждает себя, он отвечал, «Разве я не должен быть благодарным слугой Всевышнего Аллаха?» Поэтому обязанностью верующих в этого благодарного слугу Всевышнего Аллаха и его уммы общины является, по мере своих сил, стараться следовать его примеру, чтобы мы смогли обрести часть той любви Всевышнего Аллаха, которую он обещал истинно верующим. Всевышний Аллах, обращаясь к нему, повелел объявить. «Скажи, если любите вы Аллаха, то следуйте за мной. Аллах полюбит вас». Сура Аль-Имран, аят 32. Это означает, что если вы будете повиноваться мне и стараться следовать моему примеру, то вы станете любимы Всевышним Аллахом, и эта любовь Всевышнего Аллаха сделает вас получателем Его благ и милостей. Святой Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, благодарил Всевышнего Аллаха не только за даруемые ему милости, но и за избавление от трудностей. Он благодарил его даже за самые мелкие вещи. И эта благодарность отражена в его жизнеописании, свидетельствующем о его постоянной благодарности Всевышнему Аллаху. Это и есть та истинная благодарность, к которой мы должны стремиться. И за эту благодарность Всевышний Аллах увеличивает свою милость и приумножает награды и благосклонность. Таким образом, благодарность Всевышнему Аллаху приносит большую пользу человеку. Всевышний Аллах не нуждается в нашей благодарности, Он говорит в Священном Коране. И тот, кто благодарит, то благодарит он лишь для самого себя, а тот, кто неблагодарен, то воистину Аллах самодостаточный, достохвальный. Сура Лукман, аят 13. Слово «мусульманин Ахмади» должен быть таким благодарным слугой Всевышнего Аллаха. Проявлять благодарность можно разными способами, и он должен искать эти способы всю свою жизнь. Истинно верующий благодарит и сердцем, и языком. То есть, когда человек восхваляет Всевышнего Аллаха,
или благодарит какого-либо человека, его язык произносит слова благодарности, он благодарит действием или пребывая в состоянии покоя, и когда он по-настоящему хочет благодарить, все его органы должны выражать благодарность. Мы должны помнить, что благодарность Всевышнего Аллаха своим слугам выражается в его благосклонности и ниспослании благ. Когда человек благодарит Всевышнего Аллаха, он должен поклоняться Всевышнему Аллаху со всей искренностью, и он должен помнить, что проявлять любовь ко Всевышнему Аллаху и стараться снискать его любовь является проявлением благодарности Всевышнему Аллаху. Человек должен признать все милости и благосклонность Всевышнего Аллаха и понять, что каждая милость приходит к нему от Всевышнего Аллаха. И в нем должно зародиться чувство, что каждое получаемое им благо является милостью Всевышнего Аллаха. Это тоже является выражением благодарности Всевышнему Аллаху. Восхвалять Всевышнего Аллаха, признавая языком Его благосклонность и награды, поминая Его и используя дарованные им благодати таким образом, чтобы обрести Его благоволение и совершать такие деяния, которые нравятся Всевышнему Аллаху, является выражением истинной благодарности Ему. И как я уже сказал, говорит Хузур, в результате этого Всевышний Аллах благодарит таким образом, что Он дарует таким своим благодарным слугам больше наград и проявляет еще большую благосклонность. Всевышний Аллах говорит, что если вы будете благодарить Меня таким образом, то Я приумножу вам. Люди пишут мне и говорят по встречах о том, что они получили большую пользу и наслаждение от джальсы, но эта польза и наслаждение действительно принесут пользу тогда, когда каждый мусульманин Ахмади будет поклоняться Всевышнему Аллаху и служить Ему. Старайтесь питать в себе больше любви Всевышнего Аллаха. Каждый мусульманин Ахмади должен составить список наград, милости и проявлений благосклонности Всевышнего Аллаха и держать этот список перед собой и принять твердое решение о том, чтобы продолжать совершать те благодеяния, совершать которые дал ему возможность Всевышний Аллах. И он должен также составить список плохих дел, которые он совершал, и должен стараться избегать их.
Он должен стараться делать все это, прилагая все свои силы и способности. И затем, вспоминая награды и милости Всевышнего Аллаха, восхваляя, поминать Его. И он должен утвердиться в том, чтобы не использовать неправильно эти награды и милости Всевышнего Аллаха. Если после того, как вы приехали в эту страну, Всевышний Аллах улучшил ваше финансовое положение, то вместо того, чтобы использовать эти средства на недостойные дела, используйте их на обретение благоволения Всевышнего Аллаха. По милости Всевышнего Аллаха в Америке есть много таких людей, которым Всевышний Аллах даровал большие финансовые возможности, и многие из них являются теми, которые с открытым сердцем расходуют эти средства на реализацию планов общины. Да благословит Всевышний Аллах их имущество и жизни. Они должны стараться стать благодарными слугами Всевышнего Аллаха, помня о Его благосклонности и милости. И они не должны понимать под благодарностью только совершение финансовых пожертвований. Они не должны думать, что финансовые пожертвования являются достаточным проявлением благодарности Всевышнему Аллаху. Напротив, они должны стараться стать поклоняющимися Всевышнему Аллаху для того, чтобы стать поистине благодарными слугами милосердного, им необходимо стать поклоняющимися Всевышнему Аллаху. В Канаде мало членов общины, имеющих большие финансовые возможности, или можно сказать, что их финансовые возможности не достигли того уровня, который есть в Америке, или у меня недостаточно информации об этом. Но здесь, в Канаде, в целом уровень финансовых пожертвований очень высокий, но вместе с этим в общине Канады есть некоторые слабости поклонений в делах общины. Для того, чтобы стать поистине благодарным слугой Всевышнего Аллаха, необходимо удалить от себя эти недостатки. Мусульмане, ахмади, живущие в Америке или Канаде, или в любой другой стране мира, станут поистине благодарными только тогда, когда они будут стараться произвести в себе чистые изменения. До тех пор они, будь это мужчины или женщины, не подчинят себя власти священного Корана и не будут стараться действовать в соответствии с условиями обета верности данного хазрату обетованному Мессии алейхиссалам, они не могут стать поистине благодарными Всевышнему Аллаху. Пусть Всевышний Аллах дарует каждому мусульманину Ахмадя обрести этот уровень благодарности. Поэтому проверяйте себя и смотрите на свое окружение и на свою семью. Посмотрите, на каком уровне находится благодарность в вашем окружении, в ваших семьях и в вас самих. Если муж не выполняет свои обязанности по отношению к жене, то сколько бы других благодеяний он не совершал, он не может быть поистине благодарным. Всевышний Аллах даровал ему жену и детей, и соблюдать их права является его обязанностью, которую возложил на него Всевышний Аллах. Это не мирская обязанность, напротив, это является его обязанностью, возложенной на него Всевышним Аллахом. Точно так же, если жены не выполняют своих обязанностей по отношению к своим мужьям, то это означает, что они не благодарят Всевышнего Аллаха за дарованные им блага. И этот отказ от благ Всевышнего Аллаха вычеркивает их из списка благодарных людей. Таким образом, как я уже сказал, каждый человек и каждая семья нуждается в самоанализе
Поэтому в тот день, когда мы сделаем свои слова и свои дела на всех уровнях средством обретения благоволения Всевышнего Аллаха, в этот день мы станем поистине благодарными, и с этого дня начнется бесконечная цепочка благосклонности и милости Всевышнего Аллаха для каждого человека из нас в религиозном и мирском плане. Не считайте достаточным для себя только мирское благополучие. Обязанностью каждого мусульманина Ахмади является развиваться духовно. Я хочу также рассказать о той благодарности Всевышнему Аллаху, которая имеет отношение ко мне, потому что это тоже важно. Во-первых, я благодарю Всевышнего Аллаха за то, что Он даровал обетованному Мессии Алейхиссалям такую общину, которая имеет самую крайнюю степень преданности Ахмадийскому халифату. Эту предельную степень искренности и преданности проявляют те люди, которые получили благословение обета верности непосредственно от Хазрата обетованного Мессии Алейхиссалям. Хазрат обетованный Мессия Алейхиссалям сказал об этих людях то, что искренность и преданность этих членов общины вызывает удивление. Я привожу его слова по памяти, но он сказал об этом примерно так. Это удивительная цепочка искренности и преданности членов общины, которая имеет протяженность примерно 125 лет, даже сегодня являет свою красоту. Никогда не позвольте умереть этой искренности и преданности, постарайтесь продолжить ее в своих потомках. Эти искренность и преданность делают меня благодарным Всевышнему Аллаху и обращают мое внимание на восхваление Его. И они будут обращать на это внимание и будущих халифов. И это должно обратить внимание членов общины благодарности Всевышнему Аллаху, чтобы установилась прочная связь с Ахмадийским халифатом, поколение за поколением, впитывающее в себя милости Всевышнего Аллаха. Как я уже сказал, говорит Хузур, я благодарю Всевышнего Аллаха за то, что Он продлил искренность и преданность в общине до сегодняшнего дня. Придите в любой уголок мира, и в каждом мусульмане Ахмади вы увидите его прочную связь с Ахмадийским халифатом. Пример этого я видел в США, и здесь, в Канаде, и в детях, и взрослых, в мужчинах и женщинах, в юношах и пожилых людях. Мир думает, что в Америке живут люди, стремящиеся только к материальным благам и не связанными с религией. Но во время моего двухнедельного визита, где бы я ни был, везде мусульмане Ахмади проявляли свою искренность и преданность. Молодые люди, волонтеры, которые постоянно находились рядом со мной в течение двухнедельной поездки, оставив свою работу и свой бизнес, нисколько не переживали об этом. Среди них были такие, которые сказали мне, что они только что получили новую работу, но им не дали отпуск во время Джальсе Салана, и они оставили свою работу ради того, чтобы принять участие в Джальсе Салана и встретиться со мной, говорит Хузур. Пусть Всевышний Аллах создаст облегчение для всех них и вложит безграничное благословение в их богатство, жизнь и искренность. Вот такая искренность и преданность приводит меня к восхвалению Всевышнего Аллаха. И вместе с этим я благодарю тех людей, которые с большой искренностью и преданностью бескорыстно выполняли различную работу во время джальсы в качестве волонтеров. И все участники джальсы в США и Канаде тоже должны благодарить их и молиться за них.
чтобы Всевышний Аллах отнесся к ним таким образом, чтобы Он заменил имеющееся в них какое-либо беспокойствие на спокойствие и оказал им такую милость, чтобы они получили еще больше возможностей для служения религии, и их внимание было обращено к этому служению. Я был в разных городах США и убежденно могу сказать, что везде искренность и преданность проявили и те мусульмане Ахмади, которые уже давно живут в США, и те, которые недавно приехали туда из других стран. Но я снова обращаю внимание всех этих людей на то, о чем я сказал в начале своей проповеди. Ваша благодарность будет истинной благодарностью, и вы сможете впитывать в себя милости Всевышнего Аллаха, и проявления вашей искренности и преданности будут искренними только тогда, когда вы проявите это в форме высокого уровня поминания Всевышнего Аллаха и поклонения Ему. Таким образом, тема моей благодарности достигнет конечного пункта, когда халиф времени и члены общины, будучи искренне поклоняющимися Всевышнему Аллаху, будут выполнять свою обязанность благодарить Его. В этот раз в общине США, особенно в молодых людях, я видел большое желание познакомить с общиной других людей и распространять истинную весть ислама. По милости Всевышнего Аллаха, они имеют хорошие отношения с людьми, но всегда помните, что эти отношения должны устанавливаться не для того, чтобы их целью было получение какой-то мирской пользы. Напротив, их целью должно быть желание познакомить мир с прекрасным учением ислама и привести его под духовное знамя святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И иншаллах, если это будет угодно. В США я дал интервью средствам массовой информации, представитель CNN задал мне вопрос о том, какие есть возможности для распространения ислама в США. В ответ на это я сказал, что Ахмадийская мусульманская община представляет истинный ислам, который имеет возможность распространяться не только в США, но и по всему миру, потому что он распространяется не силой, а победой над сердцем с помощью рассказов о прекрасном учении ислама. Поэтому наши юноши, мужчины и женщины, имеющие искренние и преданные отношения с Ахмадийским халифатом, должны помнить о том, что самым главным для нас являются не мирские цели. Напротив, каждое наше мирское дело и отношения должны иметь своей целью духовную победу ислама. И это будет возможно только тогда, когда мы поистине станем преданными единому Богу. И везде, с кем бы я ни говорил, я говорю одно и то же, что нашей основной целью является только это. По милости Всевышнего Аллаха, мой визит в США прошел очень хорошо. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы он принес хорошие результаты. В некоторых местах состоялось открытие новых мечетей и миссионерских центров, которые мы купили. По милости Всевышнего Аллаха, внимание Ахмадийской мусульманской общины США обратилось к строительству мечетей, и они должны продолжить это важное дело. Во-вторых, они должны помнить, что те народы,
которые хотят развиваться, не гордятся тем, что они уже сделали, а видят те недостатки, которые им предстоит устранить. Видеть свои недостатки – это тоже важно, потому что это позволяет выбрать правильный путь и правильное направление своего развития. В Нью-Джерси, в США и Канаде у вас должна быть красная книга, в которую должны записываться оставшиеся недостатки. Я уже давно начал предупреждать мир, и в США я тоже сделал предупреждение о том, что могут возникнуть некоторые такие политические, военные и общественные обстоятельства, которые могут вызвать беспокойство всего мира. И чтобы в какой-то степени защитить себя, каждая ахмадийская семья и вся община в целом должна предпринять какие-то меры по созданию запасов продуктов питания, воды и так далее. В США часто происходят стихийные бедствия, поэтому повсюду, где есть наши мечети и центры, надо иметь запасы продуктов питания, воды и источники энергии, источники электроэнергии. Потому что в наше время без этого жить невозможно. Несколько дней назад, после того, как я уехал из Харрисбурга, после завершения джальсы, туда пришла буря, и весь этот район, включая мечеть Байтур-Рахман, остался без электричества и воды. И не было никаких альтернативных источников электроэнергии, но у нашей общины должны быть генераторы для подачи электричества в здании общины. У общины должны быть также и запасы воды на такие случаи. Возможно, это было божественное предопределение, и некоторые думают, что это произошло по воле Всевышнего Аллаха, потому что никакого предупреждения, как это обычно бывает, сделано не было. Возможно, таким образом Всевышний Аллах не позволил совершиться каким-то злодеянием, но Он знает об этом лучше. Как бы то ни было, мы должны предпринять меры, чтобы подготовиться к такого рода ситуациям по всему миру. Сейчас я вернусь к разговору о Канаде, говорит Хузур. Кто-то может подумать, что проповедь произносится в Канаде, а говорится о США. Обо всем хорошем и недостатках в общине США я рассказал, а теперь я расскажу о вас. Как я уже сказал, есть такие вещи, которые относятся ко всей общине. Например, вся община должна быть благодарна Всевышнему Аллаху и создать с ним прочную связь. Обязанности каждого мусульманина Ахмади, не только мусульмана Ахмади США и Канады, является обязанностью установить прочную связь со Всевышним Аллахом, и об этом я часто говорю вам. Как я уже сказал, искренность и преданность видны в мусульманах Ахмади в Канаде. Когда я приехал в Канаду, одна моя родственница из Пакистана, прилетевшая в США, и затем приехавшая в Канаду, рассказала мне, что ей позвонили из Пакистана и спросили, где Хузура встречали лучше, в США или в Канаде. Она сказала, что мусульмане Ахмади Канады в этом оставили мусульмана Ахмади США далеко позади. Вы должны были это сделать, потому что вас больше, чем мусульман Ахмади США. И здесь, в Пис-Вилледже, живет много ахмадийских семей рядом. Мечеть, существует хорошая духовная атмосфера, но использует все эти большие возможности только для того, чтобы организовать показательную встречу халифа общины, недостаточно для получения максимальной пользы
и всего этого. Помните о необходимости благодарить Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах даровал вам место, где вы живете все вместе, рядом расположена мечеть. Посещайте ее, это будет украшать мечеть и является проявлением благодарности Всевышнему Аллаху. Пожилые люди на пенсии регулярно приходят в мечеть для совершения пятикратной молитвы, но основное предназначение мечети будет достигнуто тогда, когда и дети, и молодые люди тоже будут приходить в мечеть с пониманием истинной цели Всевышнему Аллаху и будут оживлять мечеть, соблюдать традиции общины. Девушки и женщины, живя в этой высокодуховной атмосфере, будут беречь свою чистоту и скромность. Молодые люди тоже будут осознавать важность и значение этого и уберегут себя от погружения в атмосферу западного образа жизни. Если они будут стараться достичь этой цели, они смогут стать поистине благодарными Всевышнему Аллаху. В ином случае просто выкрикивать лозунги и стоять вдоль дороги, встречая халифа общины, будет только в некоторой степени проявлением вашей искренности и преданности. Но только этим невозможно достичь основной цели стать поистине благодарными слугами Всевышнего Аллаха. У меня состоялось несколько встреч с местными людьми и мэром города, и многие из них говорят мне, что я должен гордиться людьми своей общины, потому что они строго придерживаются всех законов. То, что это есть в нас, является милостью Всевышнего Аллаха. Но эти люди смотрят на мир мирским взглядом, и им кажется, что все хорошо. Но мы смотрим на мир с точки зрения священного Корана, ясное толкование которого в наше время дал нам Хазрат, обетованный Мессия, алейхиссалам. Наша высокая степень нравственности и твердая стойкость веры даны нам не мирскими людьми, а дарованы Всевышним Аллахом. Поэтому стараться обрести довольствие Всевышнего Аллаха и стать благодарными Ему, это является необходимым для нас. Как я уже сказал, нам необходимо целиком принять учение Священного Корана, и мы должны приложить для этого усилия, поэтому не смотрите на мирские блага и мирских людей. Напротив, обратите свой взор на небо и владыку земли и неба. Когда мы сделаем это, то мы станем поистине благодарными слугами Всевышнего Аллаха. И тогда наши встречи с людьми, провозглашение лозунгов и каждое ваше действие будут служить обретению благоволения Всевышнего Аллаха. По милости Всевышнего Аллаха, положительный результат моего нынешнего визита появились и появляются здесь, в Канаде и в США. Некоторые девушки, которые родились и были воспитаны в США и здесь, в Канаде, пишут мне письма, в которых говорится, слушая ваши выступления, в нас появилось чувство чистоты и скромности девушки и женщины. И мы осознали свою важность и значение. И мы поняли, насколько важно соблюдение парды и то чувство благодарности, большое желание восхвалять Всевышнего Аллаха, который владеет сердцами и имеет силу поворачивать сердца. И он тот, кто делает слова такими, которые оказывают влияние на людей, как он сделал это с этими молодыми людьми и девушками, которые, отвечая на призыв халифа времени, произвели в себе чистые изменения. Эти девушки приняли твердое решение познакомить людей с положением женщины в исламе. Хотя несколько дней назад эти девушки стеснялись делать это. И некоторые девушки беспокоились о том, что из-за этого у них возникнут проблемы в школе. Этим девушкам, в которых произошли эти чистые изменения, следует благодарить Всевышнего Аллаха с обещанием, что они
утвердятся в своих чистых изменениях, и для этого, прося помощи у Всевышнего Аллаха, они должны поклоняться Ему с мольбами о том, чтобы этот отличительный признак, отличающий их от других, сохранился в них навсегда. Также молодые люди и мужчины, в которых произошли чистые изменения, должны сделать так, чтобы эти чистые изменения навсегда остались в них. Я уже обратил внимание мужей на необходимость выполнения ими своих обязанностей по отношению к своим женам и внимание жен на выполнение ими своих обязанностей по отношению к мужьям. Я уже обратил внимание мужей на необходимость выполнения ими своих обязанностей по отношению к своим женам и внимание жен на выполнение ими своих обязанностей по отношению к мужьям. Помните, что необходимо создать в своих семьях атмосферу доверия, потому что те проблемы, которые возникают в семьях, происходят из-за отсутствия в них атмосферы доверия и правдивости. Муж и жена, говоря правду друг другу, должны доверять друг другу. Молодые пары, которые согласились создать семью по совету родителей, должны жить семейной жизнью, доверяя друг другу. А если вам интересен какой-то другой человек, то не портите жизнь друг друга, и прежде чем дошло до свадьбы, прямо скажите своим родителям о том, что вы хотите жениться или выйти замуж за другого человека. Всегда помните, что в исламе основой семейной жизни является чистота, а не мирской интерес. Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал о четырех причинах, по которым создается семья. Самой важной из них является вера. Поэтому не смотрите ни на красоту, ни на богатство, ни на семью. Отдавайте предпочтение вере. Когда молодой человек видит религиозность девушки, он сам должен стать религиозным. Об этом я часто говорю в своих проповедях по случаю никаха. Если молодые люди и девушки станут религиозными, тогда мы станем получателем истинной радости и станем благодарными слугами Всевышнего Аллаха, что и является целью создания Ахмадийской общины. Всегда помните о том, что в основе нашей общины лежит чистота, а не мирские вещи. Не делайте свои жизни беспокойными, попадая под влияние вседозволенности и свободы нравов общества, в котором вы живете. Не думайте, что эти люди, ведущие этот образ жизни, довольны своей жизнью. Они могут испытывать радость и удовольствие в течение нескольких лет, но потом в них появляется беспокойство, которое является итогом их образа жизни. Поэтому прежде всего сделайте свои мысли чистыми и такими, которые позволят вам обрести благоволение Всевышнего Аллаха. Как я уже сказал, говорит Хузур, многие семьи, живущие здесь, улучшили свое материальное положение, поэтому, помня о милостях Всевышнего Аллаха к вам, не попадайте под влияние этого мира. Напротив,
Всегда помните ту милость Всевышнего Аллаха, которую Он оказал вам. Всегда помните о том, что является фундаментом нашей общины. Всегда помните о своей прошлой жизни. Посмотрите на те милости, которые Всевышний Аллах оказал вам, и станьте Его благодарными слугами. Истинно верующим является тот, кто, помня об этом, благодарит Всевышнего Аллаха. Если вы стали благодарными слугами Аллаха, то помните, что вы должны устранить все ссоры между братьями и друзьями и родственниками, потому что примирение и шаги к примирению привлекают к себе милость Всевышнего Аллаха и делают человека поистине благодарным слугой Всевышнего Аллаха. Поэтому каждый мусульманин Ахмади должен помнить об этом. Когда во время моего пребывания здесь я выхожу из дому, то много детей стоит вдоль дороги, и отовсюду я слышу салам, салам и восхваление Всевышнего Аллаха. Эта атмосфера мира и распространение мира напоминает атмосферу рая. Не произносите слова «Ассаляму алейкум» формально, а делайте их средством распространения истинного и прочного мира, чтобы этот мир стал для вас раем, и уготовьте для себя рай будущей жизни. Дети по-разному проявляют свою искренность и преданность, и они проявляют эти чувства более активно. Постарайтесь, чтобы это чувство сохранилось в вас. Дети должны стараться обрести истинный дух этого чувства. Учите детей тому, что является истинным духом этого салама и этих восхвалений. И когда действия взрослых людей будут совершаться ради обретения благоволения Всевышнего Аллаха, и они будут уделять большое внимание выполнению своих обязанностей по отношению к Всевышнему Аллаху и выполнению своих обязанностей по отношению к своим братьям и сестрам, тогда дети поймут истинный дух салама и восхвалений. Поэтому все должны понимать важность выполнения этих своих обязанностей. Я хочу также обратить внимание организаторов джальсы на то, что, как я уже сказал, вам следует составить список своих недостатков и слабостей. И записать их в Красную книгу. И составляя программу на следующую джальсу, держите в своем поле зрения эти недостатки, для того, чтобы учесть и исправить все эти недостатки. В этом году я получаю жалобы, что там-то и там-то был тот или иной недостаток. Недостаточно хорошо было организовано питание женщин. Были слабости в этике поведения некоторых людей. Самой большой проблемой была проблема со звуком в течение этих трех дней джальсы. Вы в течение долгого времени готовитесь к джальсе, и я не понимаю, почему возникла эта проблема. То, что вы мягко говорите, что произошла ошибка по причине отсутствия чего-то, недостаточно. Найдите причины и сделайте так, чтобы в будущем этих ошибок не было. Мне кажется, что между некоторыми организаторами не было согласия и отсутствовала координация действий. Если это положение не изменится, и между ними не будет сотрудничества, то в их делах никогда не будет благословения.
Нет никакого сомнения в искренности членов общины, но руководители должны посмотреть на самих себя, с каким намерением они работают. И амир общины должен внимательно рассмотреть эту ситуацию. И он не должен доверять важное дело любому человеку без крайней нужды и необходимости. В день джальсы в своем обращении к женщинам я сказал, что если организаторы не в состоянии организовать и провести джальсу должным образом, то во время моего следующего визита лучше не проводить джальсу в Канаде, а провести совместную джальсу общин США и Канады. Так вы сократите свои расходы, и у вас будет меньше проблем, и обе общины уделят внимание своему исправлению и улучшению. Но когда я вижу искренность членов общины Канады, я думаю, что надо дать еще один шанс ее руководителям, чтобы они исправили себя. Те руководители, головы которых заполнены заботами только об этом мире, должны исправить себя в первую очередь. Они должны проанализировать свое состояние. И не нужно ни с кем говорить об этом. Они должны это сделать, если они хотят получить еще один шанс служить общине. Такие руководители есть и среди мужчин, и среди женщин. Всегда помните о том, что добрые намерения приносят благословение в делах. Самолюбие и самодовольство портят будущее поколение и делают вас неблагодарными. И по этой причине, вместо того, чтобы стать наследниками благосклонности и наград Всевышнего Аллаха, не дай Бог, и упаси Аллах, вы не стали объектом Его наказания. Однако я говорю новому поколению, смотрите на хорошие и добрые дела своих предков, и не смотрите на их плохие дела. И не считайте, что каждое их дело является хорошим. Вам следует всегда смотреть на добрые дела, и особенно это должна делать молодежь. Мне показалось, что по милости Всевышнего Аллаха, община Канады улучшила свою работу по расширению связи с другими людьми, или они сохранили те контакты, которые у них уже были, и они познакомили меня с более хорошими людьми. Дай Аллах, чтобы это принесло хорошие результаты. Как я уже сказал, в США и здесь, в Канаде, молодые люди много делают для расширения связи общины. Особенно преуспели в этом молодые люди в США. Каждый мусульманин Ахмади должен стараться использовать эти контакты таким образом, чтобы пути распространения Ахмадията, истинного ислама, открылись. И это является нашей целью, достижению которой должен стремиться каждый мусульманин Ахмади, и это будет являться проявлением нашей благодарности Всевышнему Аллаху. Украшение домов цветными гирляндами, красивое стояние вдоль дороги, предложение себя в качестве волонтеров является временным проявлением вашей искренности и любви. А постоянным проявлением искренности и любви является то, что, отвечая на каждое слово халифа времени, «Лаббайк, слушаем и повинуемся», вы действуете в соответствии с этим и не говорите, что в странах Запада то или иное сделать трудно. Если вы примете твердое решение, то никаких трудностей в этом для вас не будет. Те народы, которые развиваются и духовно преобразуют себя, не обращают внимания на трудности, а стараются выполнять свои планы и осуществить свои программы. Остается только изменить свои мысли, и это сделает нас средством духовного преобразования мира. Дай Аллах, чтобы все вы стали жить с такими мыслями. Пусть Всевышний Аллах мне тоже дарует возможность
выполнять свои обязанности, которые возложены на меня в отношении членов общины. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله